Вот этой собаке ужасно нужна помощь. Она мало того, что прям истощенная, тут ребра торчат. У нее из-за того, что она все время поносит, она сидит в клетке. Ее не выгуливают, не чистят толком. И она, у нее понос из-за ужасного корма, и лапы у нее постоянно спускаются вниз. Она постоянно испытывает боль. Вот у нее даже сейчас лапы дрожат из-за боли. Ей нужен как минимум нормальный уход и хотя бы какое-то движение. Еще чуть-чуть, она просто сядет. Опять нужно дождаться, чтобы собаке было совсем плохо, она была умирающей, чтобы кто-то... Сколько раз уже попросил за эту собаку? Вот посмотри, у нее ноги еще сильнее сели. Тут же корма нормального нет. Тут самый дешевый корм. Я же не говорю про то, что она худая, то, что у нее сейчас... У нее суставы ужасно болят. Она еле передвигается. Посмотри. И это довольно молодая сука, покажи. Покажи руки. Собака просто погибает на глазах. Просто умирает. Сейчас хотя бы опилки пострелили более или менее. Раньше она вообще хлюпала в этом говне. Очень ласковая, очень игривая девочка. Ну это ужас просто. Она вот каждый раз я сюда прихожу, она все сильнее и сильнее прогибается. Она-то скоро просто перестанет ходить, и кроме как усыпить, здесь больше не будет у нее никакой другой возможности.